чужой красоте гор нет никакого спасения миру. По крайней мере, тому, который мы еще смутно помним. Наше время ограничено прожитым днем или мгновением, и вечность гор не вписывается в эту простую схему. Мы чужие в этом мире, как и музыка. Но Моча, кажется, не замечает противоречия. Для него это всего лишь звуки, которыми можно отгородиться от зыбкой реальности. Кличку он получил не из-за того, что ходил под себя, а просто слово «можно» он выговаривал как «моча». Ранним утром мы входим в поселок. Рядом со мной идет юрист. Лисий хвост на каске, его личный трофей и причина постоянного конфликта с начальством. Лису он снял метров за 100, еще весной. Юрист возомнил себя великим стрелком и завалил командование просьбами о переводе в снайперы. Исход пепел предсказал заранее. Не, оптику ему не дадут. В армии не любят инициативу, а талант – это инициатива природы. Поэтому винтовка у меня. В борьбе за справедливость и снайперскую винтовку юрист заработал кличку и 3 дня губы за душную неармейскую настырность, по определению старшего офицера. Беттер, где вы? Отзовитесь. Бинт на шее сержанта Боинга не ранение, а очередной фурункул. Здравствуйте. Что мы делаем в поселке, знают только лейтенант Боря и прапорщик Ильич. От неопределенности все немного нервничают. Даже невозмутимый Кайф курит одну сигарету за другой. Лазерный проигрыватель появился у Мочи месяца 3 назад, при зачистке. В машине была только классика. Такое резкое приобщение к высокой культуре чревато печальными последствиями. Но Моча был крепкий парень и сохранил природную наивность и чистоту. Рядовой Шилов, что есть солдат? Солдат? Это человек. А человек? Человек? Это самая умная обезьяна. Офицер тихо выпал в осадок, а Моча, как самая умная обезьяна в дивизии, несколько дней мыл полы в казарме под божественную музыку Генделя и Баха. На плече у Гаврика Крутицкого по кличке Крыса сидит наша общая любимица – Крыся. Гаврик шил ей камуфляжную форму, но та, кроме кепи, ничего не желала носить. Спокоен только наш пес Кастро. Всю его недолгую собачью жизнь люди воевали, и он к этому привык. Он назван не в честь славного героя кубинского народа, а из-за ранения, полученного 3 года назад. Мы идем по наводке, и чтобы не засветить информатора, должны проверить еще несколько домов. Сержант, давай в этот дом зайдем. Жарко далеко ходить. Давайте лучше вон в тот, там садик хороший, яблоки, груши. Предлагает халява. В первой же операции весной боец, он попался на мародерство. Товарищ капитан, бабик, халява. 5 суток ареста. Да что? Халява! Нет. Брали все, а попался большой. Халява. На памперсах. Времени мало. При отсутствии туалетной лучше бумаги вещи очень удобные. Значит так, мы с пеплом осматриваем вот те дома. Местный мир парень населен только женщинами и детьми. Дети маленькие, а женщины неопределенного возраста. Кончай плескаться. Пойдем работать. Кажется, на нас не обращают никакого внимания. Будто мы и не существуем. Но все чувствуют, внимательно следят и наблюдают. Наш дом от развилки 5 слева. Понял? Закувать! Начинайте. Закувать! Чего это? Закувать! Добрый день! Салям алейкум. Случилось что? Плановая проверка. Какая проверка? Почему мне ничего не сообщили? Значит, сообщат. Хозяева! Водички не дадите испить? Нас, конечно, не ждали. Стол не накрыт, да и радушных хозяев не видно. Привет.
Мальчишка не меньше нашего удивился, почему мина не взорвалась. Но упорный, местных кровей. На выход! Такой не успокоится, пока своего не добьется. Куда? Скелет! Срань господня! Мы входим! Ранен! Нет! Нормально! Или нет? Водички спит! Илья! А там мальчик! Ты меня слышишь или нет? Ты живой? Да заткнись ты! Как? Раз ударил! Юрист! Два ударил! Три ударил! И бьет, и бьет! И улыбается! Ты цел! Про ты слышишь меня или нет? Заткнись! Цел! Да! Кто? Поднимай! Бетер сюда! А скелет это кто? Можете расстегнуться. Спасибо. Костик Филиппов. Он что, худой? Сейчас да. Когда пришел в учебку, был самый толстый. Юмор. Шутка. Стрелял в женщину эфрейтор Трухнов. Да. А он утверждает, что не стрелял. А, может быть и не он. Мне просто показалось, что пепел стрелял. Когда он навалился на женщину, стал автомат... отбирать. Может, поэтому мне и показалось, что он стрелял. Ладно, перепишите. Только без этих кличек. А то Боинг, Моча. Моча. И без мата, пожалуйста. А где здесь мат? Вот, например. Это слово «изба». Это у меня закорючка такая, с детства. Извините. Ладно, пишите. Простите, товарищ старший лейтенант. А Моча кто будет? Михаил Шилов. Ну, Пепел, ты сколько? Две меняю. А я не меняю. Встать!
Фирная! Ну где эти раздолбай? Товарищ генерал-майор! Оставить! Ну что, Вильгельмы Телли, Робин Гуды хреновы! Генерал, наш отец родной, родина, мать и могила. Используя исключительно ненормативную лексику, после продолжительного перечисления наших личных достоинств и перебрав наших родственников до второго колена, обещает лично, насильственно изменить нашу сексуальную ориентацию. Убери эту гадость! Мы внимаем его ласковым словам, постигая красоту и звучность родного языка. Потом пошли угрозы в деталях. Снять! Затем фантазия у бати пошла на убыль. Вольно. Вольно. Всего 8 колен загнул. Это плохо, когда у бати слов не хватает. Может, он такой-то подписал? Тебя. Ну как там? А что такой красный? Парил ей, что ли? Да это она ему засадила. Ты бы хотя бы предупредил, что написал. Я сначала указал, что ты стрелял в бабу. Я написал, как было, я в нее не стрелял. Хотя надо было. А кто стрелял? Как она? Старлей, ничего? Шершавого загнать можно? А слушай, я бы ее помял. Ну так предложи ей свои услуги. Как мне, подъедешь-то? Смотришь ей в глаза и говоришь: сударыня, позвольте вас пропердолить. Да ну тебя шутишь, как же я пропердолю, когда она офицер? А мы все что, по-твоему, там делали? Вон смотри, юрист весь мокрый вышел, сейчас Боинг ее дерет. Ты габарит это ее видел? Жила! Вали! Молчи, вляпались в дерьмо. Молчи. Что там случилось? Нельзя было иначе. Она бы нас всех положила. Ну как? Мирная! На сегодня все. Нас услали с глаз долой на северный блокпост, далекий от базы и близкий к совсем не мирному месту. Теперь на 45 дней это будет нашим домом. Что тут у вас? Да ничего, снайпер, сука, он из леска он бьет. Ближе к вечеру, да и утром бывало. Это куда? Обтерку. Сколько раз просил мешки привезти. Вон там он от леска бы отгородились, а в туалет туда ходить. Хозяйство принимать будешь? Да перестань. Правда, у нас чайник свистнули и пару газовых баллонов. Эгей, куда сукно-то бросить? Вот. Да не купи. Иди работай. Сукно, куда? Да и мы на днях он надыбали, прибор соляры. Так что при свете. Игла! Игла! Да не волнуйся ты, понял я, понял. Из лужи брать не буду. А, вот ты где. Воду из родника бери. Из лужи Катра. Бери, там известковая. Если розы завянут, приеду, я тебя урою. Понял? Катра, ко мне. Привет! Привет, Дуд! Боин, как жизнь? Пошли! Тихо, мама, отползай. Ну, показывай свои мины. Вот тут наши хорошо, мины хорошо. Стоят. Хозяина, а я смотри. Зал. А вот ну, там место. У вас есть какой-нибудь здесь тазик? Ух ты, ё-моё. Слушай, боец, будь другом, а. Оставь девчонку. Люблю, знаешь ли, долгими летними вечерами рукоблудить, малёха. Драчи, не жалко. Слушай, а как тут с живыми, а? Да водит одна пигалица. Глухонемую. Глухонемую? Это класс! Ну и как она? Деревня. Да нет, я имею в виду, как она это? Деревня, без фантазии. Какие тут могут быть фантазии, господа? Фантазии для француза или для немца. А нам надо попроще и поболее. Ну ладно, счастливо. Спасибо. Берегите бананы, пользуйтесь резинками. Здесь Россия, здесь твой дом, дом, в котором мы живем. Помни это, мальчик.
Молча! Да, на месте мы. Все, отбой. Ну все, с Богом. Дай посмотреть. Палец с курка сними, боец. Извините. Через оптику винтовки Пепла я познаю местные красоты. За горами море, где отдыхают люди из другого, нормального мира. Дорога хорошо сохранилась. Она ведет на мусульманское кладбище. Рядом с ней и расположен наш блокпост. Мы охраняем путь царства мертвых. Смешно. В этих местах почти не воевали. Считается, что здесь тихо и спокойно. Сельскую идиллию нарушает только снайпер. Суть опасности проста. Она мешает жить. Снайпер! Крысу подстрелил. Что? Я говорю, кажется, крысу подстрелили. Подстрелили или кажется, подстрелили? Что у вас там? Да у нас крысу убили. Да нет. Маленькую, животное, крысю. Куда? Убери его! В укрытие! Еще флаг шей, чтобы гроб накрыть. Она ж погибла при выполнении боевой задачи. Вообще-то полагается государственный гимн исполнить или спеть. Слова знает кто-нибудь? Да и салют обычно стреляет. Только боюсь, Ильич не поймет. Сегодня мы провожаем последний путь нашего друга, то есть нашу боевую подругу, которая делилась с нами все тяготы и невзгоды войны. Она никогда не жаловалась на долгие переходы, на длительные часы дежурства. Своим телом она закрыла товарища от вражеской пули, коварно выпущенный в момент поднятия государственного флага. Спи спокойно, дорогой товарищ. Нет, дорогой, ты гражданский. Спи спокойно, боевой товарищ. Мы отомстим за тебя. Я лично клянусь, как крыс, уничтожать местных вредных морских свинок. Вали отсюда! Вам бы только ерничать! Да ладно тебе, Гаврик, мы все понимаем. Ну черта вы не понимаете! Оставьте меня. Пепел, как и сержант Боинг, упорно игнорирует клички, называя нас по именам. Так завершился день первый. Ну как вы? Товарищ сержант, за время несения службы происшествий замечено не было. Все находится в сохранности. Леса, поля, горы и даже голубое небо. Только на шоссе мы заметили две коровьи лепешки. Ну все, приготовились. Оставили... Прикрывайте.
Пост принял. А коровьи лепешки? Тоже. Егоров, ну, если принял, то и убирай их. Порядок и чистота должны быть во всем, солдат. Есть. Пошли. Дошли. Зато на халяву. Я люблю огурчики. Маленькие, с колючими пупырышками. И чтоб семечки были жесткие и остренькие. Такие самые лучшие. Передай хлеб там. Благодарствую. Эй, солдат! Стой! Держи их. Кто такие? Чё надо? Сестру привела. Брать её будешь? Я? Ну договорили же, я её привела. Мне? Это ты, милочка, не со мной договаривалась. А, новые? Ну хорошо. Ты её хочешь? Она молодая, говорить не умеет. Заманчивое предложение. Только я денег с собой не прихватил. Есть только бесплатно. На халяву. Не, лучше патронами. Полчаса 20, час 25. Ну а если вдвоем, то 33. А звать-то тебя как? Ну, зови Маш, так тебе удобнее будет. Ну что? Дорого. 15 на час. Ну ладно. Как новеньким первым клиентам скидка 20. Да она не больная и сильная. Резинка у меня есть. Еще один патрон. Дорого. Да ты потрог, какие у нее грудь большие, жаркие. Ну, решил? Ладно, уговорили. Конечно, нет. А почему? Не нравится мне это. А собой ты не торгуешь? У меня жених есть. И у нее жених есть? У нее был. Убили? Нет, когда ее ваши попортили, он отказался. Теперь она никому не нужна. Понятно. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать. Двадцать, двадцать. Ну как? А, дорого. Мне здесь делать нечего, а там дел по горло. Надо подвезти мешки саперные, баллон газовый для этой, для кухни. В день второй решил лейтенант Боря отгородиться от леса и снайпера мешками с песком. Мы, выполняя его тактический план, с утра наращиваем и углубляем траншеи к туалету. Мы на подъеме тут закипели. Ильин за меня останется. Ильин останется за меня. Ну, я завтра утром, или в крайнем случае вечером, буду. Заводи.
Ставлю 20-ку, что завтра не вернется. Сотню, что и послезавтра не будет. Скелет, пошли. Не бери в голову. Этот задохлик будет нас закладывать. Как им будет выгодно, так все и расскажет. Ничего, батя нас не сдаст. Не такое случалось, не выдавали. А по менту стреляли из его автомата. Да кто там разберет, из чего автомата стреляли? Все пули на вылет. Нет, чувствую, на нас все повесит. Ладно, разберутся. За службу на Кавказе. 1864 год. Хорошо сохранился. Да, сменили позицию. Все, отбой. Черт. Кидай дальше. Стой, стрелять буду! Я сейчас тебе постреляю, козел, блин! С ума сошел, камикадзе? Вы чуть башку мне гранатой не снесли! Ты в рубашке родился, знаешь? В бронерубашке. Хорошего я за дурь. Не обманул. Бабай противный. Ложная тревога. Да, ложная тревога. Так, отбой. Тихо и незаметно прошел еще один день. Ложная тревога! Отбой! В аул ходил. Баран, ты ж всю ночь по минному полю гулял. Я ж там растяжки поставил. Говно не тонет. Ну тогда есть для тебя работа по специальности. Углубляй к сортиру траншею. Зачем? Не понял, солдат. Есть. Я немного завидую крысе. Не за каждой могилкой так трогательно ухаживают. С утра стоит плотный туман, и ничего не происходит. Очередной день тихо выпадает из жизни. Выходим из машины. Документы. Руки на капот. Тут не по-русски написано. Спроси, куда едут. Хан Сопо, все по-русски. Он сказал, на кладбище к внуку. На кладбище к внуку? Ну что, я их пропущу? Салон проверь.
Привет, малыши. Ну как у вас с оружием, с наркотиками? Да все вроде чисто. Садимся. Проезжайте. Я не очень разбираюсь на градных планках, но кажется, у старика была медаль за отвагу. Пропусти. Понимаете, рядовой Крутицкий, главное в жизни – это хорошо пожрать, сладко посрать и глубже засадить. Все. Понимаешь, мир прост. Я имею в виду наш мир. К нему надо относиться легко, не усложняя. Как только ты вникаешь в какие-то детали, все, ты пропал. Сколько она была с тобой? Кто? Крыса. Полгода. Знаешь, прожила треть жизни. Своей, крысиной жизни. Это не так уж плохо. Тем более, что не каждой крысе уготовано умереть от пули снайпера. Ты еще четверти не прожил. А она в боевых условиях. Треть протянула. Это, я скажу тебе, редкость. Алло, пост! Тревога! А нам-то что делать? Понял, сиди. Не знаем, кого хоронят, но кого бы ни несли на носилках, на местных, мы будем единственным источником их бед и несчастья. А это кто? Служба сексуальных услуг в полевых условиях. Ну чё, надумала? Я тебе целый рожок дам, если сама поработаешь. Сам себя обслужишь. Следствие не оставляет нас в покое. Значит, дело плохо. Здравствуйте. Где тут у вас можно уединиться? С кем? Для допроса. Кажется, нас решили всерьез раком поставить. Ефрейтор Трухнов, ко мне! В политических играх за этот шаткий мир нас всех могут положить, да и не заметить столь малой потери. Эй, бойцы, из бетера арбузы заберите. Кай, подкинь мою каску. Откуда я знаю, куда ты ее бросил? Да вон она. Кай, дай курнуть. Держи. Ну что там? Пепел. Михаил Шилов. Военные, а вы что здесь делаете? Про снайпера забыли? На пост! Бегом! Арс! Кажется, над нами навис суд шариата. Обидный жест юристы не поймут. Местные живут по своим, малопонятным для нас законам. Это не Европа. Держать! Дым давайте! Стой, дым давай! Вы что, заснули там? Идиот, валим отсюда! Я этого снайпера урода достану, я тебе говорю, я его накрою. Боим дым! Я тебе клянусь! Быстрее давай! Ну что, целы? Да целы! Снайпер! Пошли, вали отсюда!
Цивил в каску метил! Показательный! В этот нагрудный знак! Давай! Чуть ухо не оторвал! Бегом! Быстрее! Скрываемся? Ну, понял, понял. Каре? Черт. Не везет в карты, повезет в любви. Ничего, что я? Касочку. Угу. Итак, уважаемый, с вас при сегодняшней раздаче 1213. Я твой броник возьму. Плюс 400... 15... $16. Это будет... 1629. Да. 580 пеплу, остальное нам со скелетом. Да вы что, ребят, где я такие деньги-то возьму? Ну, это уже не наши проблемы. Ладно, пойду подвиг свершу. Если что, считайте меня национал-патриотом. Ежели нет, то нет. Ни черта не вижу. Может, у него выходной сегодня? Может. Ладно, давай попробуем, только аккуратнее. Пошел. Ты че, блин, салага? Тихо, ну-ка, вали отсюда! Тихо, мы здесь снайпера приманиваем. Он подумает, что в сортире кто-то сидит. Подожди, а кто сидит? Здесь я сижу. Вы чё, нашли приманку? Ну-ка, вали отсюда! Ну, потерпи полминуты, через полминуты выйдем. Давай, вали! Нашли живца! Сработало! Кайф! Обосраться и не жить! Ну что, засекли? Бросай! Я его достану. Смотри, как бы он тебя первый не достал. Пошел! Ну что? Глухо. Боец, видишь ту тропинку? Пойдешь по ней прямо, не сворачивая никуда. Выйдешь в поселок. Там найдешь второй дом слева. Хозяина зовут Аяс. Скажешь, что пришел от меня. Он даст тебе травы и сразу назад. Кайф, понял? Не надо его посылать. Давай, давай, иди. Пестик не бери. Стечки наставь, а то местные отберут. Возьми еще гранату. Одна граната, две бутылки и трава. Вторая. Отбиваться. Ну, лучше на понт бери. Ну, кричи там, что все подорвешь. А так вообще ничего, что-нибудь хороший. Ну, давай, с Богом. Кайф послал Мощу в договорную аулу. То есть, с которым есть негласное соглашение. Они нас не трогают, и мы стараемся не тревожить их. Ой, как хорошо.
сестру будешь? Буду! Вот это сервис! 25. Давай! 30. Пошли! Интересно? Кто был с тобой? Ну, с носом. А, юрист. Ну, вообще-то его зовут Илья. Илья. А он красивый. Кто, юрист красивый? Да. Билет, билет, отщелкни 30-ник. Так что Илье сказать? Я сама скажу. Почему две гранаты? А, это как ты говорил. На понт взял. Фу, дури говорит нет, потом нашел. Водку не хотел пить, я ему насильно влил. Нос зажал, он и проглотил. Ну чё, траву принес? О. Молодец, молодой. Ты чё парашник принёс? Я ему говорю, давай траву, иначе подорву всё. Ну он и вынес. Я ему ещё сказал, что больше сыпал, не жмотился. Трава какая-то. Перцем пахнет. У меня взвод, меньше отделения! Филиппов, полотенце! Я знаю, что у вас полк меньше роты, но мне-то от этого не легче. Да иди ты! Отбой, говорю! Спасибо. Конец связи! Ну чё? Через плечо. Я ещё не видел. Кого? Ну, Машу. Ну и что? Сказал, что ты красивый. Она права. Мне тоже так кажется. Висит белый осенний пух. Если смотреть на небо, то идет снег. Снег идет. Кажется, я не произносил это вслух. Кастро, не бойся. Это волки. Бояться нужно людей. А это просто волки. Миша, Шилов, вставай. Филиппов, Костя, подъем. Спал всего минут 40. Давай, давай, смотри, Тарас совсем никакой.
минуты опоздали. Вот, принял. Да пошел ты! Я вам там кофе оставил. Пейте, а то заснете. Ну ладно, служите. Вокруг тихо и прозрачно. Туман отгородил нас от реальности, будто ты прежний, полузабытой жизни. Дома. Что слушаем? Да почем я знаю? Музыка. А вот там, метров на 50 поближе к нам, сухая черная травка. Вот там вот первая. А левее, вон кустик красненький такой. Ну. Вот рядом с ним. Там вторая. Ага. Понял я, понятливый. Будешь? А? Да нет, я от него чесаться начинаю. Да. Выходите. Откуда такая роскошь? Алис привезла. Какая Алиса? Следователь, старший лейтенант. Так у тебя что, с ней было? А, хорошая. Вот колбаску привезла. Была еще шоколадка, но маленькая. Я ее съел. Только два бутерброда остались. Где у тебя левая рука? Вот. А, нет, вот. Тебе Кайф говорил, в какую сторону идти к поселку? Да. Он стоял ко мне лицом, показывал налево правой рукой. Значит, если стоять лицом к поселку, то я должен идти вон туда. Идиот! Ты не туда пошел! Не в ту сторону, ты понимаешь? Да че ты, он будет молчать, он слабый. Козел! Всё! Успокоился! Не бойся их! Мы всех как тараканов передаем! Они только и могут, что на горло! За толпой берут! Один на один не сдюжит! А нас много! Мы всех к ногтю прижмем! Понял? Стиле! Вода есть! Давай! Отдыхай, я покараулю. Да пошел ты! Моча готов всех к ногтю прижать, кто немного другой. Для него все понятно. Мир делится на черные и белые. Даже эта странная война понятна. Спать и забыть еще один день. Положительный. А группа крови? Третья Б. Хорошо. На, держи. А это что за циферки? Где? Это? Содержание сахара в моче. Зачем? Ха, вдруг тебя ранят, чтобы инсулин не вкололи. О! А там кто-то ходит. Где? Да в лесу кто-то ходит. Это снайпер. Пепел, дай-ка оптику, я сейчас этого типа сниму с удовольствием. Может, это мирный местный житель или животное полезное и нужное. Ты что, животное от снайпера не отличил? Это снайпер. Пепел, ну дай весло. Я его копчиком чувствую. Ну если копчиком. Костик, дай мое ружье этому вольному стрелку.
Кончай палить! Есть вроде. Не навоевался еще, салага. Ну что там у тебя? Готово? Еще 5 минут, подожди. Давай, давай, накладывай. Ну как? Да говно, как всегда. Кажется, я попал. Ну, раз попал, сходи и посмотри. Нам всем любопытно, во что ты попал. Что такая острая? Да это отравки насыпал, которые кайф курить пытался. Кастро! Кастро! Кушай, кушай, хороший, кушай. Кто стрелял? Я. Там в лесу кто-то ходил. Снайпер, наверное. Отходился. Ильич это! Мудаки! Предупреждать надо о ваших тактических замыслах, товарищ сержант. Стоять! Стоять, тут растяжка! Стоять! Осторожно. Сильно задело. Да ерунда, царапина. Растяжку ты ставил? Конь в пальто. Стрелял ты? А? Я. Поговорю, чтоб тебе винтовку с опытки передали. Спасибо. На здоровье. Нормально? Да, живы, живы, спите. Ну что там у вас? Они дорогу что-то бросили. Коробку какую-то. Какую-то коробку на дорогу подбросили. Может, это мина? Подстава, скорее всего. Ладно, сидите, не высовывайтесь. Наверное, подстава для снайпера. Ну чего? Нормально. Нормально. 3 сверху. Я пас. 3 добавляю, 5 сверху. 5 в долг, еще 2 сверху. Хорошо, я тоже 2 сверху. Да. Ну не волнуйтесь, сейчас выходим. Еще 2. На точное время у меня. Хорошо, я тоже 2. Так, Филиппов, Фалин, ну? На пост. Давай скрываться. Ну давай. 3 плюс 2. Да. Не думаю, что местные подбросили мину. Но рисковать не хочется. Времени у нас много, а терпения у юриста еще больше. Нет, это нам подбросили. Осторожнее, может, это мина. Это от собаки. Это что, знак того, что они относятся к нам как к псам? Я не понимаю. Добрый день. Сегодня хорошая погода, не правда ли? Будешь ее? Mm-mm. Бери ее бесплатно. Нет, но если вам нужно уединиться, то идите, я подежурю. Нет, нет, нам нельзя. Мы на боевом посту. По уставу не положено. Вот если вечером. Ну хорошо, я приду вечером. На мою двоюродную сестру похоже. Стоять! Руки!
Боинг нарушает неписанное правило. Женщин и детей не проверять. Трусики снимать? Его можно понять. Пошли. Парочка странная. Если варить патроны больше часа, они превращаются в безобидное железо, которым халява собирается расплачиваться за мнимую сестру. Добрый вечер. Это тебе. Мне не дарили цветы. Это красиво. Ты добрый и красивый. Ты тоже. Прошедшую юность. В дальних горных отрогах я наконец обрел. Костик, если уж ты сочиняешь хайку, то следуй классическому строению. Два пятисложных стиха опоясывают одно семисложное. Тогда такое. Тень от летящей птицы замерла на белом снегу. Куда я спешить? Если вы такие умные, не понимаю, что вы в армии делаете. Шевелитесь, епоноведы. Кай! А ты с кашлем от караула косил? Конечно. Аяс! Аяс! Проходите. Добрый вечер. А мы с просьбой к вам. Садись. Претензиями на вашего снайпера. У вашего не дня отдыха, а у нашего поста никакой жизни нет. Вот зашли поговорить, договориться. Сами понимаете, все хотят мира, то и живыми остаться. Вот. А ваш снайпер нас целыми днями под землей держит. Так я уж не говорю о том, чтобы спокойно в сортир сходить. Тише говори. Ага. Вот я и говорю, что зашли, говорю, обсудить вашего снайпера чертова. Что он стреляет и стреляет, как заведенный, почем зря. Все же хотят жить. Вы воины, мы тоже солдаты. Вынуждены служить, хотя и не любим этого. Ты за всех-то не говори. Да, а тут еще на днях ваш вместо травы какой-то перец подсунул. Так кайф. Ну, вот он, закурил, едва не помер. Аяс! Вот и сходили за травкой. Мозарка башмагашты. Дурь в изобилии растет вокруг блокпоста. Но Каев предпочитает не рисковать, собирая ее среди обилия мин, которые ставили все, кому не лень, на протяжении многих лет. Хархвигаху. Сатанче. Маме отчонур. Дерезибжагас. Забаял. Хам ходает гафанси дедупшиюн. Да, вот что. Ну, за воинов. Стой, подожди! Стой! Кайф, погоди! Не могу больше, рука затекла. Мать моя, ты с ней что? Весь вечер так и просидел? Буду почти. Подожди. А кольцо где? А, кажется, на полу осталось. В доме. Подожди-ка.
Низы отпускай. Все, вали. Кайф ставит на тропинке самодельную растяжку, нарушая негласное соглашение с местными. Маленькая месть за позор и страх в доме Аяза. Черт! Да нет, все целы! Нормально все! Горячее. Больше в этот день ничего не случилось. Не кисло получить такую. Кремль! Кремль! Я восьмой. Алло, Кремль! Восьмому ответьте! Поддержу. Туда же. Принимаю. Скрываемся. Ню. Два вольта. Валета, а не вольта. Стрит. Страйт, а не стрит, игроки. Да, не везет, так не везет. Флэш. О! Наконец-то, я восьмой. Восьмой. Да, по поводу жратвы беспокою. У меня макароны плесенью покрылись. Макароны покрылись плесенью! Чего? Какой калибр? Туев! Нет, это не шифровка! У меня историк на рации полетел! Боин! Спроси, как там ротор сыграл! Что? Спроси, как ротор сыграл! Плесенью покрылись! Гниют, твою мать! Спроси, как ротор сыграл! Эй, алло! Слышь? Кремль, ты не знаешь, как ротор сыграл? Чего? Какая разведгруппа? Да нет, команда футбольная. Они так разведгруппу назвали. Вы бы ее еще Динамо назвали. Чего? А ты Ишак, это осел такой с ушами, знаешь? Ты по-русски говорить научись, козел. Слышь, что у тебя в эфире делается? Зачем о портере, уроды? Как в Лас-Вегасе, если не круче. Так. Ну что, если наличкой отдавать будешь, то можем 20% скинуть. Ага. Я пас. Пойду пообщаюсь со своим психоаналитиком. Я тебе свою долю могу простить. Консервы и макароны, все надо. Если выйдешь на пост в естественном виде. Только в бронике. И с автоматом. Ну все. Ну так что с ротором-то? А, да. Что с ротором-то? Ага, понял. Ну ладно, все. Короче, везите жратву. Да. Конец связи. Ну так что, выиграли? А, ротор-то? А бог его знает, он за торпеду болеет. А с Ишаком это что? Я что-то не понял. А это аборигены на нашей волне балуются. 35. 36. Егоров. Егоров. Халява! Я. Егоров, где у нас туалет? Какой туалет? Мужской. А. Там. А ты куда ходишь? Так это не я, это Кастро. Какой Кастро? Халява это, кабель. Все углы пометил, ходить невозможно, вонь ладно. Страшная. Егоров, еще раз увижу, будешь все языком вылизывать. Есть. Да вижу. А почему в берцах-то? Ладно, я не возражаю. Пусть в берцах. Мать, Таня!
Горка блинов с дерьмом кошачьим, сержант! По машине, пожалуйста. Продолжаем движение. Ой, ой. Скелет, ты не знаешь, как бы по-французски сказать, что у нас все хорошо, только не хватает мяса и фруктов. Парень. А зачем тебе? Парень, ну как? Это же гуманитарная миссия. Можно халяву. Фруктов надо ебать. Рухло! На точку! Говори по-английски. Евростандарт поймут. Здравия желаю, товарищ генерал. Все в порядке? Товарищ генерал? У меня-то да. А у тебя что за нарцисс стоит? Постирался, подминки нет. Мы можем вести боевые действия. Вот. Помогать мирному населению. Разоружать бандитов. С питанием у нас very well. Только витаминов не хватает. Фрукт. Вот. Слушай, почему солдат тот был голый? А, you must understand. У него 6 дней назад погибла подруга. Ее звали Крыся. Она похоронена вон там. Ее снайпер убил. Ну, решили сделать исключение. Вот. Она была местной. What do you know about the incident in the village, the one where the locals were killed? Right now, Kerry, this is a full investigation of that sad conflict. Necessary for guilty to be punished. We are sorry for the incident, but they starting shooting first. A woman из местных, она начала стрелять первой. That's not the understand? Information we heard. Солдат, не вам разбираться, кто виноват. Останьтесь здесь. Пошли. Вот, это наш флаг, он не прострельный. Просто на складе долго лежал, Микки Маусы проели. Бойницы. Обычно ребята здесь стреляют. Ну, я-то не любитель. Ну, что там, с моими решили? Я своих солдат не выдаю. Ну как? Милитари Вотер Клозет. Бегом! Быстро все отсюда! Товарищ генерал, забирайте нафиг отсюда эту экскурсию. Ходят толпой, лучшие цели для снайпера не придумают. Да уж, действительно, пора сворачивать. Ебей съе их. Listening to the folk music. Yes, yes, folk music. Follow me. Бойки у тебя, боец. Да уж. Ну, будь. If you're ever in Canada, give me a call. Окей, обязательно буду. Bon voyage. Ну что, космополит, в Канаду собрался. Сначала с нудистом сортир почистил. Время пошло. Ты гранату взорвал? Не, на старой дороге рвануло. Возьми бойцов, погляди, что там. Слышь, Халяв? Шилов, Филиппов, за мной. А чё эти на моей могилке делали, а? Сплакнули над телом погибшей. Буржуй сентиментальный. А-а-а. Ну пошли, тебя на говно бросили. Ну успокойте его! На растяжке кайфа подорвались. Только два барана. Мне стало как-то спокойнее. Местные ставили. Дилетанты. Проволока медная. Скелет! Сюда! Пармидол давай. У меня кончился. Блин. Шилов, шприц! Пармидол и эфедрин все давно использовали. У большинства из нас в ампулах вода. Свои обезболивающие. Я поменял у кайфа на сигареты. На, можешь и на правой руке носить. Нам чужого не надо. Пармидол давай.
Ну, да. Все, сам дойдешь? Да. Дойдешь сам? Да ему помог. Вон местные бегут. Так, все, уходим, быстро! Трухнов, уходим! Да брось! Почему? Я сказал, брось, солдат! Зря этому Промедов вкололи. Я его узнал. Это он вместо травки. Тут дрянь подсунул. А может, не он. Похоже, все на одно лицо. Местному оторвало кисть левой руки. Ему оказана срочная медицинская помощь, неотложная. Да, взрывное устройство самопальное, что подтверждает медная растяжка. Нет, мы не такие идиоты, чтобы медь использовать. Ха, естественно, они будут на нас валить, естественно. Нет, это вы меня послушайте. Скелет. А в слове шприц буква Т пишется? Да пиши как хочешь. Слово-то не русское. Объяснительные будут. Будет беттер, будут объяснительные. Все? Да, так и передай. Ждем. Ну, чего говорят? Отгадай с трех раз. Ну, местные говорят, что мы растяжку поставили на их барашков, чтобы мясо обжечься. Молодец, пять. Да чушь это. Пастух-то что говорит? Ну его бы спросили. Вот именно он. Именно он это и говорит. Разрешите? Чего тебе? Вот, объяснительное. Шприц. Разрешите идти? Идите, рядовой Тшилов. Есть. Ой, блин, дурдом. Поле ровное, да широкое, пробежать тебя с краю до краю, конь не может мой, пробежать тебя, привести меня. В дом родной, что стоит с того краю, поля ровного, где родная мать, да млада жена, ждут меня, глаза выплакали, только поле. Больно поле широко для коня моего, для меня. Уж все до года старого, больно поле, больно добрый поле вечер. Широко. По древнеславянскому поверью, неоседланная лошадь – символ смерти. Завершился день. Еще один. Thank you.
Да, вижу, вижу. Приготовились. Все по местам. Егоров, открывай. С ума подходили. О чем вы говорите? Есть решение о припровождении рядового срочной службы Крутицкого в местное отделение милиции. Я своего солдата им не отдам. Пусть допрашивают здесь. Речь идет о следственном эксперименте, на котором настаивает местная прокуратура и ФСБ. Какой к чертовой матери следственный эксперимент? Если мы им его отдадим, мы парня больше не увидим. Да я его сопровождать буду. Да. Я специально для этого приехал. Приказ подписан командиром части. Вы обязаны подчиниться. Это совместное расследование с местной прокуратурой. Вы что, с ними заодно? Вы забываетесь, прапорщик. Если с парнем что-нибудь случится, я вас, суки, из-под земли достану. Что? Да из-за таких козлов, как ты, здесь до сих пор стрельба идет. Заткнись. Извините, товарищ старший лейтенант, но я от своих слов не отказываюсь. Я сообщу командованию о вашем поведении. А, это ваше право. Флаг в руки. Наш генерал, батя, предал нас. Предал прапорщика Ильича, с которым прослужил вместе 1,5 десятка лет. Говорит это, проверяя, буду ли я молчать. На крысу повесили не только самодельную расцежку, но и то, что именно он, рядовой Крутицкий, стрелял по женщине в поселке. Ну пошли, пошли! Суч, уч! Егоров! Алёва! Неси! Что? Ты что, меня дрочишь? Время пошло! Молодец, свободен. Не будет больше стрелять. Темнеет уже. Ну выйти тогда и погуляй туда-сюда. Увидим, будет стрелять или нет. Выходите. Как там Ильич? Да не успокоился еще. Пошли. Прости меня. Всех нас прости, Господи. Меня прости. Прости за слабость. За слабость мою прости, Господи. Ведь знал же. Знал, что нельзя отдавать. Вот дал! Вот дал! Господи, что же дальше-то будет? Что же мы делаем? Что же мы творим? Вы навсегда покончили?
Теперь наша очередь. Друзья, боевая тревога! Больше мы им никого, никого не отдадим. Это я вам обещаю. Это им дорого обойдется. Товарищ прапорщик, давайте утром встанем и пойдем всех воевать. Чего? Ну, утром встанем спокойно и пойдем. Молчать! Андрей, успокойся. Пойдем. Что мы здесь делаем? Ребята устали и волноваться пока причины. Волноваться нет, пойдем. А криком кричать есть! Ты мне объясни, что здесь эти мальчишки делают! А ты сам! А пойдем. Я! Я-то старый пойдем, дурак, что здесь делаю! Этот вопрос задают все. Только я не знаю никого, кто бы смог на него ответить. Я тоже. Сколько ты еще здесь пробудешь? 31 день много. 31? Мало. 31 день это очень-очень много. Для меня мало. А для нас много. Из-за шума дождя я плохо слышу. Но юрист ошибается. Нам осталось прожить здесь 32 дня. Меня Боинг на весь день освободил. Я сегодня положу эту сволочь. Займу позицию в поле, на совершенно открытом месте, возле канавки. Я уже присмотрел, 200 метров до леса. Тут главное терпеливо ждать и хорошо замаскироваться. Начнет стрелять, засекай его и все. Да, можно я твою каску возьму? А то я хвост намертво привинтил, лень отцеплять. Да бей, ради бога. А хвост за километр видно. Демаскирует. Спасибо. Заступили. Ничего, идет. Скелет. Ты держи людей в кузове, а я бензобак. Что это они бросили? Что-то мягкое. Пойди посмотри. Прикрой. Шкура! Грязная! Тяжелое что-то, но мягкое. Там крыса. Костик, там крыса. Я сначала не понял, кто, потом смотрю, его ухо. Господи, как он мог там поместиться? Она же маленькая. Ну, то есть не очень большая. В оптическом прицеле фигурки солдат были маленькие.
и смотрелись как игрушечные. И стрелять мне было совершенно не страшно. Ее звали Манимат. В свои неполные 14 лет она даже не знала, как называется эта винтовка. Просто относилась к ней, как к хорошему и верному другу, который не подводил ее и замечательно делал то, для чего и был изобретен самими людьми.